Капри, ах, Капри! Один из самых фешенебельных курортов на Земле. Место, где отдыхают князья, короли, императоры и простые люди, чтобы посмотреть, как отдыхают короли. Недаром император Август называл его когда-то Апрогаболисом, то есть городом сладкого безделья. Сейчас на острове два города – Капри и Анакапри. И первое, что мы сделали, и это должен сделать каждый турист на острове, это поднялись в Капри на фуникулёре, построенном в 1907 году. Я не хочу, чтобы ее снимали. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantar. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà. La sussurrerà. Mi farò prestare un soldino di cielo perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco tuo velo quando sull'altare ti porterò. Видно живописные Фарлеоне, скалы, выступающие из воды у берегов Капри. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantar. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà. Построенная в 1901 году Альфредом Круппом одноименная дорога. Дорога Круппа. Разбросанные повсюду сады, парки, цветники, развалины римских вилл, скульптуры, памятники, древние, старинные, современные, как вот, например, вот этот знаменитый памятник Владимиру Ильичу. Марина на фоне вождя. Ты долго не думай. Труп, который прикрывается самое дорогое, то, сами понимаете, все это будет мое. Туристов около них. Если я попадаю в ее платье, то я на этот остров еще вернусь. Если в воду, то фиг его знает. Фиг его знает. Фиг его знает? Да. Сегодня нам предстоит преодолеть большое расстояние, 130 морских миль, от Неаполитанского залива до Эоловых островов. Вот перед вами карта сейчас. Идем мы практически сутки. Утром вышли с Капри, всю ночь передвигались и пришли на Липари, первый из островов, утром следующего дня. А это вечер перед вахтой. Ничто так не завораживает, как горящий огонь, бегущая вода и работающий человек. Экипажу нашего судна предстояло нешуточное испытание – ночная вахта. С вечера капитан дал подробные инструкции. Во-первых, все вахтенные должны были носить спас-жилеты. Во-вторых, периодически записывать показания приборов и проверять работу двигателя. А в-третьих, неустанно следить за мерцающими сигнальными огоньками встречных судов и грамотно на них реагировать, то есть расходиться нужным бортом. Правда, оптимистично добавил капитан, в море есть один закон. У кого больше железа, тот и прав. Так что будьте осторожны, а в нештатных ситуациях будите меня. Я ж не уходи, ты там красиво смотрел. А вот меня зовут. Посмотри немножко, а потом иди. Морской волк.
Американцам, Тане, Владу и мне достались самые глухие ночные часы, когда действительно низги не видно и очень холодно.